Не думала, что стереотип про тупых и лысых окажется правдой. Осторожно, внимание! Внимание, внимание! Играют женщины! Я звоню. Привет, тебе. Братик! Алан Ваки, игра Привет. Называется. Кстати, можешь мне чел пластмассовый член с твоим именем. Привет. Спасибо. Привет, братишка. О, привет, Снорк. Ой, привет, Снорк. Как ты? Нормально, у тебя как? Ну что ты, рассказывай. Ты уже рассказал ребятам, как 40 минут залипал в стиральную машину, смотрел, как крутится там все. Какую стиральную? Ну, которую я тебе поднял на второй. Привет, этаж. Андрюшенька. Нет, я такие ерунду, ну как бы это не рассказываю, а зачем? Это ж ты, ебанько, у нас думаешь, что это смешно, да? Человек смотрел, как крутится барабан. Я тебе скажу больше, я смотрю, как печатается пластиковое изделие, понял? Идиот. Я за прекрасным наблюдаю, могу часами наблюдать. Да, мне интересно. Как крутится барабан в стиральной машинке. Это интересно. Да, интересно. Так, пароль. Сейчас я пароль придумаю сложный. Короче, год твоего рождения. 1967. Короче, а еще, Зябл, пока его нет, я расскажу. Еще один раз проснулся от того, что он сидит на диване и гладит мне ногу. Сейчас я покажу, пока ничего не было. Батуа рассказал, что однажды он уснул и проснулся от того, что ты гладил его ногу. Объяснись фэк. Немедленно. Это фэк, бро. Еще что гладил. То есть это, знаешь, от скольки? 50 тысяч. А тут пишут челики, что эта буква означает глад валака снорк. Ну это пишут хуту не всякую. Чел. А вот чел, смотри, кстати. Смотри, видишь чел, ну там скелет прямо. Видишь, у него череп, как у тебя, да. Прям. Такой же, типа, ну, с бампером. Так это снорк, посмотри, какой он. Да, да, да. Погнали. Погнали. А что за хуйня? Почему у меня так умедленно? Пошли, пошли. Чуть-чуть. Бля, так это изи. Ой, блядь. Куда, блядь? Там думал там, ну. Сука, я как-то. Иди, я тебя ебал набью. Так я думал там типа подошва. Подошва? Подошва это ты готовишь, когда мясо. Не, я имел в виду там типа дно. Дно это ты, да? Заткнись на. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Я сейчас тебя притащу. Погнали. Давай без шифта, тихонечко. Ой. Да я и так без шифта. Маникюрируй. Я, кстати, такую цепь вообще изи могу напечатать. Пластиковую. Да, пластиковую. О! А можешь напечатать My Hood Records? Изи. Как говорится, летай, как бабочка. Всё, жаль, Валера, там шва. Да-да. Да подожди вижу. Ты. Давай не спешить. Сюда. Ты как якорь всегда во всех играх. И здесь ты... не отличился. Ой, блядь. Я, да? Якорь. Ну, тут как бы, извините, я не знал, что там за преграда. Валера. Да, да. Валера, не спеши, пожалуйста. Я не спешу. И как это смотри, нужно стрейфом так. Эть.
А, это перепрыгивать надо лазеры, чтобы они типа видят. Давай, раз, три. Раз, три. Раз, три. Пять. Пиздец, ты, конечно, нежный. Да. Пора. Раз, два, три. Пора. Куда ты побежала? Да, это я раз совместно, но с таким якорем ничего там. Фулл фокус, брат. Фулл фокус. А ты знаешь, что эту игру нужно за раз пройти, она не сохраняется? В смысле? Ну так вот. Давай, на счет три становись. Подожди, возле стой. Меня. Давай. Раз, три. Да, блядь. Два, три. Так, бля, погоди. Тут что? Погоди, стой, не торопись, на них не становись. А куда нам надо? Погоди, стой, не торопись, на них не становись. И куда? Не смотри, знаю. Тут веревка какая-то. Ну это явно, нам надо вот наверх туда. А, пошли, иди сюда, иди сюда. Нам, Валера, нам вот, может, вот сюда нужно как-то? Да как ты туда залезешь? Ну нам туда нужно, в ту сторону. Ну, подожди. Сломанный мостик. Ну вот эти штуки нас должны подбросить. Либо давай же, на это подожди. Встанем, иди сюда. Нет, не становись, не становись, сойди. Давай, вставай. Давай попробуй так зайти по ней. Ну так, давай, давай. Сейчас там поднимется, попробуем так пробежать по ней. Куда раз, она, смотри, погнали, погнали, погнали. Ой, блядь, мама пиздана. Блядь, ёбаный рот, сука. По сетке как-то можно лезть. По сетке, чё? Погнали. А как? О, крабики, смотри. Смотри, крабики. Да. Крабики. Сюда. Блять. Смотри, как можно танцевать. Да, блять, давай, смотри, долбоёб, прыгни! Я танцую. Ты долбоёб! Ладно, сейчас. А как? А, вот, всё. Это что, батут? Это батут, прыгаем. Блять, сюда. Тяни меня батут. На Е. Давай, на счет три вместе. Ну, блять. Ебать, меня бомба убивает. Нормально. Нормально. Давай, на счет три. Пух. Нормально. Лё. Смута, чё съебал? Тут даже на батутах прыгать можно. Роза. По косточкам. По хоросточкам. Подожди. Сюда. Нет, сюда. Нет, да, туда давай. Да-да-да. Кора. Да, прямо. Теперь нам вот сюда. Вот сюда чем. Стоп! Что случилось? Чуть не упал. Стоп, стоп, стоп. Ну просто если упадешь, она пи***а пошла. Тут тоненько получается. Че, блин, за моду пошла на эти игры? Да, это, кстати, первая, как она вот называлась? Only Up, да, по-моему? Прям пи***ц она. Не, как... Макитра твоя. А, Макитра. Не, потом. Стоп, 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 стоп. Вот, все, погнали. И прям начали их делать. На увидели, камень, что на камень. Стоп, нет, нет, иди сюда. Увидели, что стримеры начали играть. Давай. Крутись по нему. И на крутись, другой не дверь. Надо, крутись. Надо сосредоточить свое внимание. Блять, он сейчас упадет, ёб. Рот. Малыш, ты не должен падать. Блядь! Все, пацаны, мы все. Раз, два, три. 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 Три.
Олега, давай потанцуем вместе, смотри, как это весело. Вот так смотри, как храбрики, смотри. Смотри. О, брат. Смотри. Здесь не страшно, вот когда со всех сторон стены вообще не страшно. А если ногой наступить, ничего не будет? Не надо. А смотри, здесь тоже танцевать можно, но только вверх и вниз. Не надо. Все, ты первый по косточке. А я по коросточке. В натуре обезьяны. Лысая. А Миш, потише будь, мешочек. Говорят, эта игра длинная. То есть долго играть придется. Спать в 5 утра под финальную музыку. То есть мы сегодня будем... Блядь, ты ебаный конь! Блядь, малыш, держи, не трожь! Держи! Держи! Я меня на Е! Ебать! На Е! 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 Не могу, ты слишком далеко, малыш. Я тебя буду тащить до последнего. Подожди, подожди, во, все, 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 стой, стой! Не буду. Я стою там, где можно стоять. Попробуй, попробуй двигаться. Прыгай. Я прыгаю по скелетронам. Блять, я упал, говно. Опа, глянь, стой, жопа. Я держу. Стоп, держи. Ой, моего бля. Малыша. Тихо, не дергайся. О. Подожди, идем по... Нет, стой, не надо. Рано. Пошли, пошла. Пошли, блять, все, пацаны. Нет, держи, блять. Держу, блять, попробуй, блять. Держу, все. Блять. И рот, сука. А что сложнее, Elden Ring или эта игра, чел? Эден, ну Эден, там потому что надо души, чтобы уровень прокачивать, собирать одних и тех же. Она скучная просто, Elden Ring. А это скучная становится тогда, когда прыг. В одном и том же месте стопоры. Прыг. И сразу же еще раз. О, о, о. Малыш, ты должен держать меня. Подожди, нахуй ты дергаешь? Блять, я не делал движения, а ты сделал, ты умер. Раз, три. 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 Стой, на этом камне, смотри, видишь? Угу. Стой. Да. Нам на тот камень нужно, и там дальше лестница. Давай, погнали. Нет, рано. Блять. Когда? 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 Поехали. Да. Все. Все, прошли? Да. На изи причем. Аккуратно, не спеши, говорят, там ловушки спереди. Там нож смерти, смотря. Видишь клык? Клыки два. Раз, два, пошли по ним. Стоп! Погнали, подожди. За мной. Мы должны между клыча, жди между клыча. Стой, стой, блядь! Смотри, мы должны между клыча. Да! Погнали, я тебе покажу как. Я первый, там клык! Клык, блядь, спустись! А, смотри, да, между клыками, блядь. Вот тут я, там ты, да, стои. Так, блядь. Между клычки. Малыш, ты держишься. Он сейчас упадет. Он сейчас упадет. Да, хватай. Нормально, нормально. Нормально. Чело, откуда ты узнал слово между клычки? А как еще, если там клыки? Чел, нам нужно вместе все это делать, а не по отдельности. Ну мы не успеем проесть.
Да, подожди, там стой, давай вот так, смотри. Вот здесь стип, иди прям поползай, чтобы ты был со мной одним целым. Прыгаешь вниз и кидаешь. Нет, собственно, еще наверх, еще чуть наверх. Еще наверх, нет. Чел. Чел, все, стоп. Сейчас. Все, погнали. Погнали. Блять, между клычей не сработало, сука. Чуть-чуть не дотянули, братишка, но почти сработала система. Давай теперь я первый в сопровождении. Стоп, на меня. Резкий пошел. Стопируй. Стопируй. Стопируй, не лезь, тварь! Уйди, блядь! Улетишь. Подожди, стой, вот здесь, стой. Стоп, блядь, остановись машину, блядь. Ёбаный рот, вот она называется. Потому что ты не слушаешь, ты лезешь на разон. На разон лезешь. Не нужно спешить, если есть время подождать и подумать, лучше подождать. Чел, ты мне вообще между клычей предлагал. Это тоже, она тоже сработала, система. Стоп. Пошли. У тебя латенция? Стоп. Стип. Стой, тварь! Вот здесь. Вот здесь, тихо, стой. Пошли. Анальная боль, смотри. Это та боль, которая в анале. Качелька. Чел. А, ну это как вы рыцари, блядь. У меня опыт есть, раз, два, пошли. Стоп. Ой, блядь, ебан. Отличный опыт рыцаря. Так ты ебланько, блядь, ты же стоял, малыш, я говорю. Пошли. Ты опять мимо тилка. Боже, мама, это что ж ты хотелка от меня? В другую сторону. Боже, твоя мать упала. Да ёб твою мать, ну куда? Блядь, я хочу сюда. Ты, сука, стопишь меня, ты понимаешь? Раз, два, чел. Три. Блядь, сейчас он упадет, тут он лох и просто, сука. Давай, девочка. Стоп, лёд, тварь побежала. Катушка с проволокой на принтер. Стоп, я сейчас сделаю это. Ко мне давай, резкий. Раз, два. Резкий. Стопэ. Стоп, стип. Деда, ты знаешь, кто? Ты вот этот сюда, висяк у старухи из жопы. Геморрой из жопы вонючий склизкий, да, который да. Висит, телепается, как мужские ручки. Раз, два, ты вот этот геморрой у старухи из задницы. Прыжок? Нужно прыгать. Блядь. Пацаны, все. Тихо. Руина, давай! На бочке, чел. Вау, я бочку хочу. Чел! Бочка. Бочка. Блин, как будто мы тут были уже. Ну-ка, иди сюда. Тут не на ход. Мы тут не были. Чел, тут не на ход. А, вот. Лазеры. Опа. Это шипы. Да, это выкидыши. Они выкидывают, когда я под, ну, попадашку нельзя делать. Прыгаем. Да, все, мы улетели куда-то, ёбаный в рот, все, пацаны, они умерли, китайская стена, давай на нее, наверное. Ёбаный в рот, ой, боже, сука, ну почему ты, сука, без предупреждения делаешь какие-то движения, вот не понимаю. Не думала, что стереотип про тупых и лысых окажется правдой. Так, один тут только лысый, я нормально. Чел? Женская жопа. Анальная боль — это та боль, которая в анале. Понял, друг мой. Так, чел, хорошо. Так, вот здесь не надо дергаться. Здесь очень плавность должна быть. Точнее, быстроходность. Наверное, очень быстро надо все это сделать. Готов? Тут подробно. А подожди, как? В какой момент мы будем прыгать? Ну как, в какой сейчас? Короче, прыгаем. Я понял. Смотри. Когда они разошлись полностью. Когда они соединяются, нам уже нужно. Вот нам, когда к нам одна приближается, нам нужно за ней бежать и потом прыгать. И потом ох, прыгать давай еще так. Раз. Побежали. Прыгаем. Вот и все. Так, что-то гудит. Какой, как будто вертолет. Да, вертолет за нами. А что в комнате? А давай посмотрим. Ничего. Так. Куда?
А вот, может, за нами кто-то прилетит? Нет. Ну, давай подождем. А, ну тогда вот туда, чел, прямо. А там допрыгнем? С шифтом. Раз, два, три. Ладно, легко. Три. Три. А, ля, бочка летающая. Смотри, прягчик. Как? Так. Блядь, нет. Погоди, как? Слушай, а подожди, а как? А нам нужно как-то на нее цепочкой зацепиться. О, вот так, наверное. Дай-ка я. Вот так. Вот так. Блядь, мама, папа падает. Ёб-рот, сука! А мама, сука, твоя мама, блядь, ёб-рот! Сука, блядь, ты упал как дерьмо из жопы, нахуй! Скотина! Дегенерат, куда ты прыгаешь там? Сейчас. Вот он, сука. Видишь, вот. Надо поддержку все убирать. У него получается... Нет. Смотри. Слушай, мне кажется, его надо больше сделать и разобраться с поддержкой. Так, а у него хвоста нет? Да никакого вроде нет. Ну посмотри, обернись сзади, посмотри у себя. Ебальник. Так, ну поддержку я сейчас уберу. Все, пацаки, тысяча. Готовьте. Скидывайте косарь. Отправлю. Плюс еще доставка за ваш счет, потому что сами понимаете, дело серьезное. Снорк. Вот она, сука. Тварь, да? Вот, смотри. Руки только нет, отломал нечаянно. Наша остановочка. Эйть. Три. 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 На него ты посмотри. Рот закрой. Чел. Вау. Ну и что ты висишь, как говно? Ты упал? Прыгай. Вау, я здесь. Ну вот, прыгнул, ебанько. Сука. Нормально. О, ну да. Хочу себе напечатать большого размера. Зачем? Просто хочу. А зачем ты упал? Это ты упал. Блядь, ты долбали женский рот. Ты заебал ты меня. Когда, сука, прекратишь себя вести как вулкан? Как вулкан? Ну, это у собаки погоняло было у Рекса такое. Карма, стой! Блядь, ну... Господи, боже, ну почему ты прыгал, когда тебе не было команды ФАС? Я вот не понимаю, ты чё, сука, прикольца поймал родной, или чё? Ты хочешь меня, сука, в могилу положить, или чё, ебло? Замка, я же, сука, приеду, ты же понимаешь. Сначала снорковую шубу купи. Подаришь снорковую шубу, тогда тебя отпустят. Так что пока ты очень жидкий. Какое любимое женское имя? Какое у меня любимое? Нет таких, у меня все любимые. Ну, если девушка хорошо сосёт... Смотря сосёт... на потоке. Ну так, какие мне имена нравятся, это нежные такие, знаешь, типа... Денис. Нежные такие, знаешь, как сказать, вот Денис. Виктория, Анастасия. Угу. Вот Виктория, Анастасия, там Алина, Алиса. Как до Алисы кто был?
потом еще нравится. Валер, я... Аня, красивое имя, Аня. А вот до Юлия. Ани, да Алисы, какая тебе разница, до, нахуй, прослушал, все, нахуй. 100 раз не повторяю для Олега. Так типа еще сказал, Снор. Что типа не записывал. Стоп, подожди, ты не делай детствия, блядь. Куда ты, блядь? Господи, пиздец какой-то, с какой ты нежный, сука. Ты что, просто прыгаешь, чтобы прыгнуть или что, не понимаю? Ты не соблюдаешь концептуальные действия составляющие? Раз, два, три. Молодец. Господи, гений. Блядь, почему? Скажи, почему ты так делаешь? Почему ты всегда падаешь, блядь? Почему я всегда попадаю, а ты нет? В чем, сука, проблема попасть в доску? Скажи мне. Куда ты попал? Ты сказал раз, два, три, и мы ебались. В смысле, ебались? Я стоял на доске, ты висел и упал. Из-за этого упали мы. Угу. Стоял на доске, блядь. Я стоял на доске, а ты висел как говно из жопы. Кто тебе еще снился? Не скажу. Блядь, я сейчас повис. Мама, молодец. Сука. Стоп, стоп, стоп. Давай. Раз, два, три, на прыжок. Прыжок резкий. Угу, выходка. Блядь. О боже, блядь, держи меня. Давай, давай, старик. Опа. Как вот эта хуйня работает? Не понимаю. А ты как так сделал? Держись. Ты... Бля, чел, смотри. Мы летим. Бля, сука. Жесть. Чел, я буду тебя держать до последнего, пока силы полностью меня не покинут. Я тебя не брошу. Трактор. Это моё, сука! Бросай! Бросай руки! Я буду рулить, а ты будешь сзади под соусом. О! Ебать, лё! Резки, шифтули. Чё, так, осторожно. Давай. Тут, наверное, перепрыгнет. Тут, я не помню, там что-то есть? А. Не-не, нормально, едь спокойно. Вот здесь-то осторожно. Угу. Подгадай как-нибудь момент, Родимочка. Да я легко. Давай, только не затупи. Я затупить таких белочек, ну ты че? Ой, ну нормально. Так, дырки, чтоб не было. Нет дырки. Справа, слева дырка. И теперь справа. Видишь? Вижу управление, конечно. Как на Audi A7 или не управляется параша. Так, вот здесь тоже осторожненько не затупи, Родимочка. Сейчас пойдет нормально. Опа. Опа. Ничего, почувствовал. Технику вырвался. Нормально, нормально. Опа. Опа. Минипад. Дырки нет. Вообще, по идее, можно было пролететь, но как, ну, быстро очень. Ну, по-моему, сейчас кайфу. Чё, по-моему, у нас камень летит. Нет? Это тень какая-то. Это тень, да. Осторожно, дырка. Я вижу. Нет дырки, спокойно едем. Вот здесь радиомочка, не затуп. Скорость не пошла выше, такая она каждый раз быстрее. Не, я просто не то, что я просто боюсь, типа как-то там, понял, просто сейчас у меня рука занята. Так-то я всегда технику чувствую. Мне батя рассказывал, что у меня в ижаке зачал. В ижаке? Чё, блядь? Не, ну так неинтересно, блин. А здесь можно сохраниться, чел? Я не умею сохраняться. Я нажимаю F5. Смотри, как это, фритюрница. А, так это в неё надо. Прыгаем, прыгаем, чел. Сейчас готовься прыгать. Угу. Блять, она играет с нами. Блять, пиздец у нами. Чел. Под нами. Мама, папа, мусора чел, приехали. Ёбаный в рот. Машинка. Где? Моя. Я хочу на ней.
ты, потому что я кориш, ты понимаешь? Я ебнулся. Ну понятно, ты давно ебался, как родился. Сейчас отлетит, блядь, хуеба, сука, твоя скотина. Угу. За руль сядешь, сейчас сосешь. Сволочи. Мрамор. Работаем. Раз, два, три. Подожди, малыш. Блядь, ебаный конь, ну как ты так, сука, ну блядь. Ну нахуй, ты видишь, что я без ноги упал. Ты видишь, нахуй я не стою на мраморе, нахуй прыгаешь. Раз. Почему ты постоянно проебываешь? Два. Обвиняешь в этом всех? Вот ты сейчас, вот понимаешь, ты сейчас заикарил, как хуйло последнее. Что? Ну в итоге я где, чисто, а ты где, клоун? Чисто зарандомил. И где ты? Что ты вот сидишь тут, срёшь, созидаешь? Ты можешь меня сюда вызвать? Ой, блядь. Чё такое? Мы плывем. О! Я сейчас подожди. Ответь на вопрос Себика. Я не вижу его. Олька чья он спрашивает? Олька моя. Я сейчас кушаю, ты меня можешь подтащить пока. Я сейчас ем яд фоху, горов фоху. Чё, блядь, заткнись. Нет! Раз, два, погнали, побежали. Батут. Блядь, пизда, походу нам тут. Ну все, ГГ. Это ГГ, чел. Знаешь, кто ты, лысая арабика? Так, Челикс, я пошла спать. Ну иди, женщина. Слабость. Зяблики, всем, всех люблю, всех целую. Ой, труди сюда, блядь. До связи. Пока. Пока.